Реализуй свои мечты, а не чужие. Таков девиз регионального этапа всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2018», который сегодня завершился в Барнауле. В течение нескольких дней за звание лучшего бизнесмена Алтая боролись 60 начинающих стартапов. Услуги взрослым людям, которые находятся после инсульта. Моя цель – открыть свой салон, закупить оборудование. Мастера маникюра, IT-специалисты, молодые строители. На конкурсе участники в возрасте от 18 до 30 лет. Все они представили оригинальные бизнес-проекты. Автор одного из них – 18-летний рубцовчанин Владимир Купин. Он уже почти полгода строит мини-дома для домашних питомцев. Утверждают, подобного бизнеса на Алтае нет, соответственно, нет и конкуренции. Начать бизнес 18, взять себя в руки – не бояться. Не бояться приходить к людям, просить, показывать себя, показывать свой проект. Из 100 человек один какой-нибудь откликнется. В числе лучших предпринимателей края 5 начинающих бизнесменов. Уже через неделю они отправятся на всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России-2018», который пройдет в Москве и Нижнем Новгороде.